Говоря о повестке заседания, хочу отметить, что ее главным вопросом является принятие стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Данный документ – это одновременный план действий по углублению отношений и своего рода поворотный пункт на пути восстановления и повышения темпов развития экономик наших стран. Его подготовка шла сложно, но в целом нам удалось выйти на согласованное решение по всем направлениям углубления интеграции. Я хотел бы поблагодарить всех вас за конструктивный подход. Неурегулированным остается, как докладывают, вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. При том, что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус.